Давай, давай, машинка скорой помощи, не подведи меня. Газу, газу. А-а-а, очень высоко. Пицца, пицца, свежая пицца. Эх, прокачусь. Я самый быстрый развозчик пиццы. Это что еще такое? Что он себе позволяет? Зачем он сбивает городские заборы? Ну где же моя пицца? Уже 12 часов, мне пора на работу, а пиццы все нет и нет. Сэр, извините за опоздание, пробки на дороге, возьмите вот ваша пицца. Новый заказ? Это хорошо. Я доставлю пиццу минута в минуту. Увидимся, Сашка! Ох, Пашка, смотри, не лихач на дороге. Лучше немножко опоздать, но остаться целым и невредимым. Поберегись! С дороги, доставщик пиццы едет. Мне нужно успеть! Эх, опять мой драндулет сломался. Как же это случилось не вовремя, прямо на дороге. Эй, зачем машину на дороге поставил? Поберегись, прыжок! Я же не специально ее поставил, она у меня сломалась. Зачем ты поцарапал мой капот, нарушитель? Хороший денек сегодня. Осталось 10 минут, и я увижу свою долгожданную пиццу. А вот и пицца, сэр. Думаю, она вам очень понравится. Ух ты! Заодно и водичкой освежился. Возьмите, сэр, вот ваша пицца. За пиццу, конечно, спасибо. Но кто будет бочку с водой поднимать наверх? Ха-ха! Сама поднимется, сэр! Это же бочка! Эх, скукота на работе! Что-то никто не звонит, все живые и здоровы. Эх, пойду больных осмотрю, да пилюльки раздам. Еду за новой порцией пиццы! Да кто же эти кусты здесь посадил? Не пройти, не проехать! Ничего себе! Какая огромная преграда на моем пути! Ничего, я смелый гонщик, я ее перепрыгну! Разгон, первая, вторая, третья, прыжок! А-а-а, очень высоко! Ай! Меня придавило, моя рука, болит рука, помогите кто-нибудь. Сынок, сынок, что же ты натворил? Не переживай, сейчас я вызову скорую помощь. Алло, алло, скорая помощь, мотоциклист попал в аварию, срочно нужна ваша помощь. Вызов принят, не переживайте, скорая помощь уже в пути. Ничего себе, а я и не знал, что по этой улице ведутся работы. Как же мне теперь проехать? Ну, давай, давай, машинка скорой помощи, не подведи меня. Газу, газу. Эх, ничего не получается.
сэр, не переживайте, сейчас у вас все получится. Вот это да! Что же здесь произошло? Рука, доктор! Помогите, болит рука! Не переживай. Так, посмотрим. У тебя, Пашка, перелом правого плеча. Придется ехать в больницу и накладывать гипс. Знаете, доктор, это я во всем виноват. Мои гонки на дороге привели меня к беде. Больше так поступать я никогда не буду. Молодец, Пашка, что осознал свои поступки. Запомни одну поговорку на всю свою жизнь. Тише едешь, дальше будешь. Право руля, Михалыч, право руля. Мы должны его зажать и остановить. Водитель грузовика, включите ручной тормоз. О, я ничего не вижу. Эх, опять моя грузовая машина сломалась. Это, наверное, пружина в кузове неисправна. Так, немножко здесь подстучим. Готово. Думаю, эту смену доездить получится. Ну, наконец-то! Я так долго ждал! Смотрите, смотрите, если я не ошибаюсь, Гришка едет за яйцами! Еду, еду, Сашка! Готовься отгружать яички для нашего города и детских садов! Петрович, ты только посмотри на этот полицейский грузовик. Это нам начальник полиции выделил для особо важных заданий. Ничего себе, Михалыч, вот это гигант! Интересно, с какой скоростью он ездит? А теперь самый важный вопрос, куда мы его будем ставить? Ох, Петрович, не знаю. Давай сначала пообедаем, а потом придумаем, куда поставить машину. Сашка, чего так долго яички не скатываются? Давай отгружай, пора детям в школу развозить. Начинаю отгрузку. Поберегись. Ох, Сашка, что-то ты мне много загрузил. Хоть бы мне доехать на моей неисправной машине. Почему меня так трясет? Неужели опять гидравлика сломалась? Ой, что происходит? Тормоза не работают.
Да что же тут происходит? Откуда здесь столько яиц на дороге? Нужно срочно вызывать полицию! Алло, алло, полиция? Здесь в городе полным-полно яиц на дороге. Я видел оранжевый грузовик. Наверное, его надо срочно остановить. Вызов принят. Мы разберемся. Петрович, грузовик теряет по дороге яйца и, наверное, не знает об этом. Нужно срочно выезжать. Яйца? Грузовик? Вот и настало проверить нашу огромную полицейскую машину. Михалыч, ты едешь на легковой, а я поеду на новой машине. Хорошо, Петрович, мы его остановим. Михалыч, прием, прием! Здесь кругом разбитые яйца. Сильно не спеши. Я попробую расчистить для нас дорогу. Слышу тебя, Петрович. О, вижу яйца. Спасибо за работу. Я проехал. Что происходит? Наверное, яйца падают из кузова. Тормоза тоже не работают. Водитель грузовика, не переживайте, мы поможем вам остановиться. Право руля, Михалыч, право руля. Мы должны его зажать и остановить. Водитель грузовика, включите ручной тормоз. О, я ничего не вижу. Петрович, прием, прием. Я ничего не вижу. Повторяю, я ничего не вижу. Все, Михалыч вне игры. Эх, моя машина больше не едет. Вся надежда только на тебя, Петрович. Не переживай, Михалыч, я что-нибудь придумаю и остановлю грузовик. Слушай, Михалыч, я придумал, у водителя грузовика не работают тормоза. Нужно вытолкнуть этот огромный камень, и тогда он остановит свою машину. Помогите, кто-нибудь! Эх, хоть бы мягко приземлиться! Мой грузовик! Кто же теперь доставит яйца в детские сады? Это я во всем виноват. Моя машина была неисправна, и я подумал, авось пронесет. Простите меня, пожалуйста, больше такого никогда не повторится. Эх, Гриша, разве так можно поступать? Мы-то тебя простим, а вот кто город будет убирать? Да, Гриша, чтобы не попасть за решетку, придется очень много потрудиться. Ну ничего, люди нашего города тебе помогут.